21-летняя жительница села Подгорная Майминского района Республики Алтай в канун Нового года оставила своих детей в доме без отопления и уехала в соседний поселок Алтайского края Усть-Ишу. Спустя 3 дня младенца без признаков жизни обнаружил близкий родственник. Правоохранители предполагают, что 4-месячный малыш мог скончаться от переохлаждения, но не исключают и другие причины. В доме без отопления также находился еще один сын женщины, замерзающий 2-летний малыш. Он выжил, его доставили в больницу и оказали помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Женщине предъявили обвинение. Она находится под подпиской о невыезде. В Бийске в начале новогодних каникул 2 подростка 10 и 15 лет получили травмы, скатившись на тюбингах со снежного склона. На этом же склоне в конце прошлого года еще один школьник получил тяжелые травмы. Идет проверка по статье «Халатность». Следователи в очередной раз напоминают, что родители должны следить за времяпрепровождением своих детей. А во избежание несчастных случаев кататься нужно только в установленных для этого местах. В новогодние праздники в Алтайском крае участились случаи ожогов у детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения края. Правда, пока ведомство конкретных цифр не называет. В пресс-службе пояснили, что сейчас подсчитывают количество пострадавших. И точные цифры специалисты озвучат на пресс-конференции завтра. Между тем, медики назвали главную причину ожогов – недостаточный присмотр со стороны родителей. Все случаи произошли дома в бытовых условиях. Валентина Аскерова. День с толком.